Сегодня красноярские спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в домах с вентилируемым фасадом. По легенде, возгорание началось на 21 этаже общежития СФУ и перекинулось на внешнюю облицовку здания. Я напомню, только в июне было два случая возгорания в высотках с такими же фасадами. В микрорайоне Белые Росы и в Солнечном. У всех в памяти пожар 2014 года в многоэтажке на Шахтеров. Здание вспыхнуло как свечка, поэтому каждый месяц спасатели тренируются на самых сложных объектах. По оценкам экспертов, сегодняшние учения прошли успешно. Выходит огонь на горючую отделку под керамической плиткой. Значит, происходит скрытое горение вот этого материала под керамической плиткой на большой площади. В связи с этим задействуется высотная техника. И сложность в том, что происходит силами личного состава необходимо работать на высоте.